Всем привет! По просьбе рыбаков сегодня свяжу муху. У меня есть в Вайбере группа «Мушки-обманки». Скинули фотографию, сказали, уловистая мушка. Кто-нибудь сможет связать по фото? Ну, попробую. У меня похожие материалы есть. Я бы сказал, один в один подходит. Так, понадобится вот такая вот шерсть. Светлоболотная. Я его покупал, она как-то французская называлась. Вот такая вот шерсть. Так. Ковер на хвостик. Возьмем с него. Так, вот такая вот нитка. Это я уже сам разматывал. Махеровая нить. Нам понадобится вот эта вот коричневая нитка на промотку. Ну, перо петуха домашнего. Тут уже все выщипано. Попробуем несколько перышек подобрать. Тоненьких. И нитка атласная. Такая коричневого цвета. Так, закрепляю коричневую нить. Так, все видно, все четко. Так вот, коричневую нитку закрепляю. С ковра вытянул такую вот нитку. Закрепляем хвостик. Отрезаем. Берем перо петуха домашнего. Также закрепляем. И вот коричневую нитку на промотку тела. Вот эту махеровую. Можно из шарфика. Так. Отлично. Немного болотной шерсти. Французской, как она называлась. Французскую шерсть покупал в Иркутске. Магазин, не помню, как называется. Где-то какая-то распродажа была, случайно увидел. Верхняя одежда продавалась, и там отдел. Так. Закрепили и промотку пера делаем несколько оборотов. Перо короткое, вот так аккуратненько. Фиксируем. Берем нитку, слегка подкручиваем и плотно проматываем по телу. Все закрепляем. На главной странице выложу фото мушки, той мухи. На главной странице видео. Так, все, и завязываем. Хорошо провязываем. Вот такая муха получилась. Как ее назвали? Чертик. Так, сейчас увеличу.
под другим освещением попробуем. Вот такая вот муха болотная с промоткой коричневой нити. Ну, в принципе, она должна работать. Шерстяная нитка, она в воде всегда работает. Так что с подручных материалов можно связать уловистую мушку. Пробуйте. Всем спасибо.